Предыдущий поединок был в весовой категории легчайший, до 54 килограмм. А сейчас легковес Александр Малетин открывает счет российских поединков в полуфинале. Против кубинца Марио Месса Кинделана. Вот так угодно боксерскому богу, чтобы сегодня у нас вновь были два боя с кубинскими боксерами. Александр Малетин в левосторонней стойке боксирует в синем углу ринга. Пока первое очко завоевал кубинский боксер. Малетин идет вперед, сравнивает счет серии ударов. Вот второе очко обозначилось на его балансе очковом. Высоко держит руки Александр. Внимательно к атакам противника, зарабатывает третье очко. Перед выходом на ринг двух боксеров прозвучала знаменитая песня Rolling Stones Satisfaction, подтверждающая, что зрители здесь получают высочайшее удовольствие от поединков. Надеюсь, что и мы получим удовольствие от поединка этого. 3-3 счет в первом раунде между Александром Малетиным и Кинделаном, кубинцем. Напомню вам, что на турнире состоялось уже три очных встречи между россиянами и кубинцами. Первую встречу выиграл Макаренко Евгений. Бой был первого дня. Этот бой был самым красивым, признан на чемпионате. Сейчас вспомним еще о двух боях. Тимур Гайдалов проиграл свой поединок в весе до 67 килограммов. И Сергей Казаков. 4-3, 5-3 сейчас. Малетин добивается перевеса. В дистанции работает Александр. Пытается перечувствовать друг друга боксера, наносит серию ударов. Саша боец опытный, хладнокровный. Вот вчера Александру Поветкину не хватило вот этого опыта во встрече с украинцем в супертяжелой весовой категории, который, к сожалению, курский боец проиграл. 5-5 после первого раунда. Вообще вот эти вот, вот этот результат, 5 боксеров российских в полуфинале турнира, учитывая то, что наш состав сборной обновлен, неплохой результат. Об этом говорят здесь все. Американцы, например, такая известная боксерская держава, имеют здесь на турнире в полуфиналах двух боксеров. Румыны трех и турки трех. Немцы вообще одного. Вот сейчас перед нами Марио Кинделан. Брос адреналина продолжается в кровь у кубинца. Очень важно здесь иметь психологическое преимущество в боях такого порядка. Александр Малетин чувствует себя хозяином на ринге в любом бою. И надеемся, что вот такая вот позиция, умение поставить себя на ринге именно лидером, поможет ему обыграть кубинца. Второй раунд боя, 6-5 впереди россиянин. Кубинец удачно контратакует и наверстывает упущенное. Вот сейчас 7-6 впереди кубинский боец. Рядом с рингом располагается сейчас Альсидес Сагарра, бывший тренер сборной Кубы, который до полуфиналов смиренно смотрел на ринг. И вот сейчас я вижу, он очень озабочен происходящим на ринге. Хотя кубинец ведет, но Сагарра все время подсказывает, кричит. Сегодня утром, встретившись в пресс-центре с бывшим тренером кубинской команды, я заметил, что он обнажил белые зубы в улыбке, показал пальцем на меня и подмигнул. Что это был за намек, я не понял. То ли он имел в виду, что у нашей команды здесь хороший класс, то ли ждите от нас прекрасного бокса, от кубинцев, конечно. Не знаю. 15-7 впереди кубинец. Саше нужно идти вперед, это однозначно. Дистанционный маневр здесь неуместен. 15-7 впереди кубинские боксеры. Пытается нырками, уклонами на дистанции работать. Малетин выбирает позицию. Но кубинец, посмотрите, хорошо работает на углах. Ждет любого удара, удара любого уровня, любого порядка от Малетина. 16-7 впереди кубинец. 20 секунд до конца второго раунда.
10 очков отделяет сейчас россиянин от кубинца. Уже 11. 5 секунд до конца второго раунда. Да, скорость у кубинцев очень высокая, это надо признать. Буквально несколько минут назад ко мне подошел Петр Павлов, вице-президент Федерации бокса России, и сказал, что на турнире в Москве Кубки России, который проходит без ведущих боксеров нашей страны, два пермяка одержали победу в весовой категории. Но это подтверждает тот факт, что боксерская жизнь не угасает не только здесь, в Северной Ирландии, но и в России. Да, погода здесь, в Северной Ирландии, очень переменчива. И переменчиво наше настроение всех тех, кто болеет за российских боксеров. Но все равно мы верим в них. Мы считаем, что этот опыт, который здесь получает наша команда, необходим сборной для будущих достижений. Третий раунд боя между Александром Малетиным и кубинцем Кин Деланом. Кубинцы провели здесь уже сегодня в полуфиналах два боя. Варелла Бартеллини вывел из сетки турнира американца Рональда Силлера. И Гильер Ригондо победил Сергея Данильченко. 21-9 впереди кубинец. Напомню вам, что Александр Малетин чемпион мира 1997 года, чемпион Европы 2000 года в Тампере и бронзовый призер Сиднейской Олимпиады. Несколько минут назад завершился бой в этой же весовой категории, в которой Филипп Палич, финалист Евро-2000, проигравший Александру Малетину, неплохой боксер, в третьем раунде сдался под натиском Владимира Колесникова, украинца. Сейчас идет обмен ударами. И 18 очков впереди кубинец. 51 секунда до конца третьего раунда. И бой за явным преимуществом прекращен. Еще одна неожиданность турнира. Поздравления принимает Кин Делан. Пока счет в очных встречах между кубинскими и российскими боксерами 3-1. Вот так вот сурово подготовились кубинцы к чемпионату мира в Белфасте. Надо это признать. Облачается сейчас в халат кубинец для того, чтобы выйти на ринг и дождаться, пока его руку поднимут кверху. Да, бокс — это жизнь. Кто-то здесь должен быть побежденным. Итак, Марио Месса Кин Делан, финалист весовой категории до 60 килограммов. В финале он встретится с украинским боксером Владимиром Колесником. Итак, ждем следующих поединков сегодняшнего дня с участием россиян. Вы слышите, как шумят трибуны? Это бой последнего представителя Ирландской республики здесь, в весовом категории до 67 килограммов, Джеймса Мура против последнего американца.